Икона Владыки Луки была выполнена в мастерской Московского государственного областного университета на факультете изобразительного искусства и народных ремесел в иконописной мастерской. Иконописная мастерская эта создавалась как экспериментальная мастерская в 1996 году. Почему экспериментальная? Потому что университет – это светский вуз, и нам просто было интересно, откликнутся ли молодежь, студенты, насколько им будет интересно заниматься вот иконописью. Можно говорить, конечно, долго о духовно-нравственном воспитании молодежи, но когда молодежь проходит через такую практическую работу, и просто люди, как говорится, приходят с чистого листа, начинают, и мы просто видим, как на протяжении 5 лет, которые они обучаются в мастерской, как меняется мировоззрение.